Основные работы по благоустройству пляжной зоны в районе Молитовского затона завершены. Установлены шезлонги, кабинки для переодевания, туалеты, вышки для спасателей и помещения для охраны. Также сделали дорожки и заасфальтировали подъездной путь. В ближайшее время будут установлены столбы освещения и детская площадка. Дальше дело за погодой, которая сейчас явно не похожа на летнюю. Благоустройство пляжа в Ленинском районе Нижнего Новгорода проходит в рамках программы по формированию комфортной городской среды. В мэрии уже готовится обсудить с жителями и дальнейшее развитие прилегающей территории. Сам же пляж официально открыт для купания планируют в первой половине августа.